Виктор Томенко рассказал в интервью федеральному телеканалу о работе делегации Алтайского края на Петербургском международном экономическом форуме. Мы на предыдущем этапе неплохо поработали с инфраструктурой, все, что касается коммунальных вопросов, газоснабжения, значит, электричества и так далее, а также транспортных коммуникаций. И это все хорошая основа для того, чтобы сегодня уже наши инвесторы, резиденты отдельных экономических зон, потому что у нас, например, есть отдельная зона, особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», река Катунь, с одной стороны Алтайский край, с другой стороны Республика Алтай. И там сегодня резиденты наши на особых льготных условиях имеют возможность развивать свой бизнес, ставить места размещения. На форуме уже подписаны соглашения по строительству нового санатория в Белокурихе и гостиничного комплекса на курорте Белокуриха-Горная. В особой экономической зоне Бирюзовая Катунь сегодня строят новые гостиницы и кемпинги.